«Живая память» – так называется новый проект Союза журналистов Подмосковья. Активисты собирают данные о жителях деревень, участниках Великой Отечественной войны и систематизируют информацию на портале, попасть на который можно с помощью QR-кода. Проект реализуется в Истре. Накануне таблички открыли сразу в двух деревнях – Новинки и Крюково. Наша задача, задача профессиональных журналистов – вот эту память сохранить и обеспечить для них упрощенный доступ к этой информации. Чтобы даже из любопытства молодой человек навел мобильный телефон на QR-код и зашел на ресурс, где рассказывается о земляках, участниках войны, героев, а они все герои. Автор идеи, координатор проекта, журналист Наталья Акуленок рассказывает, все началось с ее родной деревни Санниково. Уроженка Истры решила узнать больше о героях, чьи имена увековечены на местном мемориале. Уникально еще здесь то, что сохранились вот эти поколения людей, причем даже по Санниково там, да, то есть вот документально подтверждено там до 17 века. И это, то есть это вот с одной и той же фамилией, да, и это прям, то есть это есть для кого делать. Крюково – четвертая деревня, участник проекта «Живая память». Кстати, только в этом году благодаря инициативе жителей здесь появился памятник односельчанам. Воспоминания о близких местные бережно хранят. Папа был призван на фронт в 41-м году. Я как раз родилась в октябре месяце в 41-м году. Жили мы здесь в землянках. Его взяли, он воевал на Украине. Был танкистом, Т-24 управлял. Был ранен. Скажите, как вы относитесь вообще, нужно ли больше создавать таких вот мест памятных, да? Да, конечно. А то мы подзабыли уже немножечко все. Надо обязательно. Вот спасибо всем организаторам. Молодцы. Это очень нужное дело сейчас строить такие вот мемориалы везде, повсюду, чтобы наши дети, наши внуки помнили о том, что совершил наш народ не только для самого себя и для своей страны, для своей земли, но и для всего мира. В планах Союза журналистов продолжить поисковую работу и реализовать проект в других округах Московской области.